Всем привет, с вами команда HyperPC, и сегодня у нас необычный выпуск. В кадре будет сразу два Артема, я и Артем Осавик из Краснодарского края. Дело в том, что к нам обратились агентство HelloBlogger и два благотворительных фонда, фонд «Линия жизни» и фонд «Мечтай со мной». Они рассказали нам, что у их подопечного есть мечта побывать в HyperPC, познакомиться с нами и поучаствовать в процессе создания компьютера. Узнав об истории Артема, мы с коллегами из компании Corsair, Intel и MSI решили посодействовать агентству и фонду и подарить Артему яркие эмоции и теплые воспоминания об этой поездке. Ну вот сколько я был в Москве, я был только в больницах и, в принципе, нигде не был. Такси, дорога, больницы. Я хочу погулять по городу, узнать, что здесь есть, какие места, какие музеи, Красная площадь. Что-нибудь, где я не был. Как-то со временем я понял, что мне нравится как бы сидеть в компьютерах, то есть с самого детства я же провожу в них просто максимум времени. Спасибо сестре, мне, наверное, было года 3, и она меня посадила за компьютер. Ну, там были всякие развивалки, веселые такие детские игрушки. Были и бессонные ночи, то есть день там учеба, вечер там спорт, и вся ночь в твоем распоряжении. Главное утром проснуться и прийти в школу. Один из любимых роликов – это, наверное, ролик, который выходил относительно недавно, получается, 2 месяца назад. Это про кастомный стол. Ну, это что-то вообще новое, потому что ни у кого нигде никогда не видел кастомный стол. А тут у HyperPK контент. И я понимаю, что, блин, было бы здорово, правда, съездить, покопаться. Плюс я никогда не собирал компьютер, никогда ничего не трогал своими лапками. Вот, и хотелось как бы собрать компьютер, хотелось побывать в этом месте, посмотреть вообще, как там идет работа, как живут, какие там есть компьютеры, какие мониторы. Вообще игры, в которые я на данный момент играю, то вот что-то вроде Warface, Overwatch, там, ну, периодически обычные такие шутеры. Мне пока не довелось поиграть там Ведьмака, Battlefield, слишком тяжелые игры. Для твоего компьютера? Да, моего компьютера, ноутбука на данный момент это просто вот, ну, не вытягивает. Слабенькой 1050 на 2 гигабайта. 10-я серия, это уже неплохо, да. Да, и, в общем-то, ну, довольно печально, и ты играешь на средних-лол настройках, и FPS постоянно того прыгает, и непонятно что, в общем, с лагами. Я больше люблю сам играть, но YouTube периодически посматриваю, то есть там какие-нибудь анонсы новых игр, тоже вот Метро выходило, и я как бы понимаю, что я в него не поиграю, просто компьютер не потянет. И, ну, я как бы так заглянул, что за игра, но не смотрел ни прохождение, просто начало. Да, красивое, классное все, я ее пройду, только когда, я не знаю. Ну, этот день обязательно настанет. Нашему специалисту, когда это все приехало, и нужно все это проверить. Процессор у нас сегодня Intel Core i5-9600KF. Материнская плата у нас сегодня MSI MPG Z390 Gaming Edge AC. Даже я вот так не собрал. Ну что, пойдем включим, посмотрим, как это все светится. Сейчас не запустится вообще. Вот. После того, как компьютер собрали, приносим. Когда я у тебя вначале спросил,
какой у тебя компьютер, ты сказал, что нету. Ты сказал, какой ты хочешь, и ты практически назвал конфиг, который собрал. Вот, такая есть, типа, сюрприз, наверное, да, от нас, что от фонда «Линия жизни», от нас, от HyperPC, от MSI, от Stream Family, от компании Intel, как ты видишь, от компании Corsair очень сильно. Такой сюрприз, что собирал компьютер ты себе. Ты сказал, ты кому-то. Ну, конечно, иначе бы ты что-то заподозрил и все это... Это сейчас просто... Вы там что, плачете, что ли? В общем. Это твой комп! Да. Артем, мы тебя поздравляем. Ты собрал свой первый компьютер, собрал его себе. И причем не просто компьютер, а HyperPC. И собрал его сам. Это вообще... Очень тяжело не плакать. Блин, я боюсь, я за него вообще никого не пущу. Я скажу, что нет, все, идите отсюда. Слушай, пройди хотя бы Ведьмака для начала. Я пройду, обязательно. Сейчас обучаем Тему работе с биосом, показываем, как работает разгон и все такое, потому что такого биоса у него не было, для него все это новое, и надо, чтобы он это все знал. Чуть процессор меньше мне простаивай. Давай, пока он тестится, ты просил тебе помочь с аксессуарами. Да. Пойдем. Тебе полагается еще полный комплект аксессуаров. Клавиатура K70 MK2. Как ты видишь, она с серебряными свечами. Это самые быстрые переключатели, которые позволят как раз в FPS играх, которые ты так любишь, быстрее всего реагировать. Мышка Glaive, я тебе давал ее пробовать, ты сказал, что тебе удобно и хорошо, она также подойдет тебе под различные твои FPS-шутеры. Сейчас очень удобно, я по себе скажу, потому что у меня такие же наушники, это наушники беспроводные. Причем, что они 7.1 с виртуальным сураундом, это очень классный эффект. Да, вообще. В играх, да, очень помогает. Давай мы сейчас все это распакуем, подключим тебе и... Затестим. И затестим в играх, потому что мы поставили тебе Warface на компьютер, в который ты играешь. Сейчас зайдем с твоего аккаунта и попробуем немножко погамать. Кому интересно узнать историю Артема, переходите по ссылке в описании.